Всем привет, ребята! Сегодня мы на аккаунте победителя еженедельки прошлой, который выиграл. Забрал я ему такие вот плюшечки. Довольно-таки неплохо. Сегодня как раз забрали возможность собрать розу. Я не знаю, есть она у него, нету, но угника точно нет. Так, давайте посмотрим на аккаунт. Донат, не донат. А, немножко доната уже было. Вот, забрали шапочку. Уже отлично. Такс. Поехали посмотрим, что у него. Борится вообще здесь по героям. Так, розы нет. Попробуем собрать некроса. Нет. Попробуем розу собрать. Огника. Ронина нет. Ну, так все, в принципе, относительно неплохо. О, Космо есть. Ничего себе. Находится он в гильдии Эверест. 2-4 места. Набор от 50к. Пропуск БГ-кик. Факела 20-50. Кидайте заявочки. Вступайте. Так, окей, поехали. Посмотрим, что у нас по акциям. Магазин скидок. У нас есть 10 попыток. Ну, стирачка у него, как видите, есть. Так. Ну, конечно, прикольненько. 4000. 3 за 3000 выживания забрать. Давайте заберем. Пусть будет. Мало ли. Так, тут эмблемки. 5 выживания, 2,5. Ну, я думаю, хватит. Оно все равно рунами надо. Сейчас, я думаю, рунами я просто талантом забрал, чтобы хотя бы одно было. Может, оно у него есть? Будет 2. Не, нету. Так, хорошо, таланты у него есть. Поехали дальше. Ну, это такая акция. Карта богатства, что он тут позабирал. Так, день, выйди в игру, для вас специальное цветущее магазинное безумие. О, кстати. Кстати. Кстати, кстати, кстати. Распродано, блин, жесть, на русском сервере просто гребут все, потому что это просто дичь. А что у нас по попыткам? В принципе, он сможет потом забрать одну попытку, это не есть проблема. 10 попыток, то есть без вопросов. Так, нам героев. Так, окей. Хорошо, поехали. По акциям, конечно, не ахти на русском сервере сегодня. Ну, как и всегда. Поехали открывать интересные плюшки. Так, что у нас есть? А, тут 20, ну... Огника по-любому, если не хватит, он будет оттуда добирать. А, поехали. Ум. Пакт. Обалдеть. Водушка. Супер. Ну, не знаю, сегодня мега-мега-мега удачный день. А, такс. Раскол. Неплохо, неплохо. Еще один раскол. Изворот. Вот. Выживание. Неплохо по рунам сегодня, я вам скажу. Нормально можно плюх натянуть. О, ремочка. Отлично. Еще один раскол. Еще одно выживание. Ну, на смотрителя теперь ему проще будет зеленым. Грубая. Ремку неплохо было бы. Железка тоже неплохо. Еще одно выживание. Да, четвертое. Ну, это уже точно. Еще там ему одно собрать. Или два. И все. Ну, я считаю, неплохо. Так, что у нас тут? Скин на Космо 10 штук. Ну, и такие скины. Поехали. Бум. Ну, по 25. Такое себе.
Такое себе. Так, вот сундучки, кстати, очень интересно. Недостаточно места на складе, отлично. Давайте тогда по одному пооткрываем, посмотрим. 10 коробок. Почему бы и нет? Скин. О, 5. 5 рунок, отлично. 200. 80. Еще 25. О, отлично, можно девяточку будет качнуть сразу же кому-то. Еще 10 коробок. Нифига себе. Вот это классно. Вот эти сундуки реально очень крутые. И все. Ну, такое. Итого. Два героя свободно можно качнуть. 20 коробок. Вообще супер. Так, давайте посмотрим, что у него вообще тут творится по героям. Тыковка, нифига себе. На тыковке нету таланта. Обалдеть. Ну, давайте посмотрим. Так, Анубис хорош, Фрея хорош. Хорош, тыковка берсовая, странно. Так, то таланты вроде есть, но... Блин. Многим героям реально надо талантики. Так, окей. Побежали дальше. Ну что, поздравляю тебя с розой. 130, 185. Даже полторы розы у тебя уже есть. Можно даже ее будет забрать. Но поехали самое интересное, ребят. Огника. Соберем мы или нет? Вот это, наверное, самое интересное будет. Я буду по одному открывать специально. А в любом случае 20, 35, 55. У, 105, 110, ой, точнее 115, 125, 145, 155, 30 штук надо. Бум. Сволочь. Итого 201. Ну что, поздравляю, у тебя есть имбушка роза, у тебя есть шапка, у тебя есть охник. У него было там, по-моему, 5 или 6 осколков. Вот как-то так, ребят. Поэтому не теряйте надежду, участвуйте в конкурсах. Поехали, посмотрим на его героев. Огник. Бум. Отлично. Роза. Супер. Теперь для них надо талантики будет пароли для других героев. Вот он. Шапочка, Роза и Огник. Ну, довольно-таки неплохо. Бастион. Так, что у нас на бас такое интересное? Кого можно влепить? Катма. Сюда баст поставить. Сейчас пока первый. Ехали дальше. Пакт. Нифига себе. Нифига себе. Вы видели такую удачу? Ну, я не знаю. Можно один, в принципе. Можно и на шапку поставить. Кого еще с пактом? У него пакт один есть на складе, в принципе. Там все такие основные с пактами уже. Огник. Огнику пакт. Такое себе, конечно. Ну ладно, поставим потом, где-то скин да будет. Блин, нам бы тыковку сделать. Вот тыковку было бы неплохо. Исцеление. Так, корка можно сюда пока временно. О, ожог. Блин, надо срочно выбивать этого Ронина.
Так, кого нам надо выбить? Ронин. Хранителя нет. Командора, Трифит, Ронин. Да ладно, Хрона нет. Издеваются, что ли? Реально нет. Жесть. Такой аккаунт. И нету Хрона до сих пор. Побежали это исправлять. Let's go! Так, давайте докупим слотов сразу же, чтобы потом не париться. Чтобы он в будущем не парился. Let's go. 1200. Бум, малышник. Бугимен. Череп. Ну, блин, как-то так себе. Лучше по 150 по ролю. Или по 450. Нам нужен Ронин. Ну, а других героев я тоже бы не отказался. Риант. Тесса. Фалька. Блин, Ронька, приди. Малышник. Нет, давайте по 1200. Надеемся на удачу. Бигфут. Рыцарь тьмы. Короче, удача. Удача сегодня. Ледяха, жесть. Блин, падает, конечно, круто. Еще один бугимен. Рино, офигеть. Блин, обидно. Этот ожог, конечно, он классный. Не знаю. В сомнениях. В общем, ладно, я пока оставлю. Пусть висит в коробке. Он потом себе сам пооткрывает. Поздравляйте его в комментах. Лайки, репостики. Участвуйте в конкурсах. Всем удачи. Всем пока.